На дев'ятому каналі програма Актуальне інтерв'ю Я Артур Трещенко. Мої вітання. Незалежна лабораторія виводить на український ринок новий тест американської компанії Abbott для кількісної оцінки антитіл до С-білка, так званого білка ШИПА. І за допомогою цього тесту лабораторія проводить власне дослідження ефективності вакцини Ковішилд. Перший етап дослідження вже проведено. Про результати нам розповість мій гість Павло Набока, завідувач незалежної лабораторії. Моє вітання у нашій студії. Вітання, доброго здоров'я. Які питання на сьогодні е, мають задавати люди про вакцинацію від коронавірусу? Ну, односично того, відносительно випробувався вакцинації від коронавірусної інфекції. И, конечно, много. Они разнообразные и разноплановые. Но самый главный вопрос, наверное, каждого из нас – это на то, то, насколько вакцинация действительно выполнит свою функцию, на то, насколько она защитит каждого конкретного человека от этой, от этого нового инфекционного заболевания. Вот это, наверное, вопрос номер один. И вопрос номер два – это насколько вакцинация является безопасной и не вызовет никаких побочных эффектов. а, які можуть впливати на здоров'я людини. От ці, пожалуй, ці два вопроси, которые нужно максимально освещать, обсуждать, которые должны люди задавать а спеціалістам в медицині, в частности в діагностиці інфекційних захворювань. Якщо говорити про імунітет, як інформується від COVID-19, різниця між природним імунітетом та імунітетом, який виникає після щеплення. Ну, В, в этом году, за прошедший год уже много сказано о том, как формируется иммунитет, как развивается инфекционная патология в целом и в частности COVID-19. Новая коронавирусная инфекция в этом плане мало чем отличается от других инфекционных заболеваний. При проникновении вируса активируются все звенья иммунной системы, формируется так называемый гуморальный иммунитет, связанный с образованием антител. В первую очередь образуются антитела класса М, чуть позже вырабатываются антитела класса G. И вот считается, что как раз с классом антител G формируется вот тот так называемый стойкий иммунитет, который, в общем-то, и должен защищать нас, людей, от последующего инфицирования и развития болезни. Параллельно с образованием антител также активируется клеточное звено иммунитета, когда Виробатуються специфічески клітки, приступаючи к боротьби з вірусом і препятствуючий розвиток заболівання і зараз, і обеспечуючи защиту в последующем. Ну Ось, вот, вот такий принцип основний з точки зрення образування. Тобто, наскільки я зрозумів, імунітет може з'явитися з групою G, скажімо так, після того, як людина перехворіла, або. еще а, вакцинувалася, так? Совершенно верно. Иммунная система может среагировать и реагирует а, как на инфицирование, это так называемое развитие природного иммунитета, когда человек инфицировался, у него развилась инфекционная болезнь, и в результате чего образ, сформировался а, природная иммунная защита. А, кроме этого, очень схожий иммунный а, и ответ мы можем а, вызвать путем введения вакцины, то есть путем вакцинации. В чем разница? В том, что любой инфекционный возбудитель, в частности вирус, это достаточно сложная биологическая структура, состоящая из огромного количества молекул разной химической природы. И когда вирус проникает в организм, начинает активно реализовывать свой жизненный потенциал, накапливается в организме, иммунная система реагирует сразу же массированным включением всех своих защитных возможностей и ресурсов для того, чтобы побороть вот эту инфекцию. И таким образом идет реакция ко всем составляющим компонентам вируса. Иногда данная реакция иммунной системы может, может выходить за определенные рамки и наносить вред самому организму. В частности, вот при новой коронавирусной инфекции есть такое характерное осложнение COVID-19, когда иммунная реакция настолько выраженная и активная, что приводит к тяжелым осложнениям и даже летальным исходам у людей именно в связи с возникновением вот неконтролируемой иммунной реакции. В отличие от природной э, инфекции путем вакцинации в организм вводится, как правило, не весь возбудитель вирус целиком, а только отдельные его фрагменты. Как правило, это наиболее иммуногенные. То есть вот те частички возбудителя, которые вызывают самую выраженную иммунную реакцию и обеспечивают защиту. Таким образом, при вакцинации развивается очень схожий иммунитет, но развивается он более мягче, более специфичный. То есть он действует исключительно на данный возбудитель, против которого проведена вакцинация. И таким образом имеет... Ну, В существенно менше варіантів осложнений, а, связанных з активацією імунних реакцій в організмі, чим це виникає, наприклад, при природних Ну, Дуже важливе наступне питання: чи можна оцінити ефект щеплення ще до того, як можна буде говорити про формування так званого колективного імунітету? Це дуже важливий момент, і можливість оцінки ефективності вакцини. Это является принципом а, разумной вакцинации. Когда мы не просто вакцинируемся и потом слепо доверяем тому, что а, якобы вследствие применения вакцины мы уже защищены, а, то очень важно объективно иметь возможность оценить эффективность данной вакцины, то есть оценить уровень иммунной защиты после вакцинации. И вот это как раз, на, на, на наш взгляд, э, очень важный элемент э, вот такой... Э, элемент информационной кампании относительно э, приверженности к вакцинации в целом у людей. Э, за этот год, за прошедший год, э, немножко больше, чем уже год, да, э, медицинская наука во всем мире развивалась в нескольких направлениях. Первое, э, разрабатывались методы лечения COVID-19. Второе, методы специфической профилактики, в частности, разработка вакцин от COVID-19. И параллельно огромные потенциал был направлен на то, чтобы разработать методы своевременной, правильной, точной диагностики данного заболевания. Вы знаете о том, что буквально в первый месяц от возникновения первых случаев COVID-19 уже был расшифрован вирус, был определен его генетический состав, были разработаны на тот момент первые тест-системы для выявления вируса. За этот год они уже настолько модифицировались и видоизменились, что мы имеем уже третье и даже четвертое поколение диагностических тестов, то есть систем для, для выявления вот не только данного вируса, но и иммунных реакций, связанных с данным заболеванием. В том числе и разрабатывались методики для объективной оценки иммунных реакций. Возникающих не только вследствие инфицирования, но и также вследствие использования вакцин, которые на сегодняшний день уже дозволены к применению в клинической практике и используются ну, практически во всех странах мира, в том числе и в Украине. Доброе. Как сама відбувається перевірка вакцины, яка потрапляет в нашу краину? А, любая вакцина является лекарственным препаратом, лекарственным средством, прежде чем вообще попасть в круг препаратов, используемых в клинической практике, он проходит несколько этапов клинических исследований. Наконец, 2020 года, приблизительно в декабре, был отчет Всемирной организации здравоохранения о том, что уже какой-то этап клинических исследований был проведен у более чем 200 вакцин-кандидатов от COVID-19. Вы знаете о том, что только... Десяток, наверное, вакцин дошли до того этапа, когда его начали использовать в клинической практике. То есть был проведен первый. И второй, так называемые стадии клинических испытаний. Часть вакцин уже даже перешли на третью стадию. И сейчас, в общем-то, есть информация о том, что третья стадия клинических испытаний вакцин тоже завершена по части вакцин, когда идет массовое испытание, в общем-то, уже на людях в клиническом применении. Конечно, это невероятное достижение медицины, потому что... В тех экстремальных условиях, которые сложились у нас, да, сложились на нашей планете в связи с пандемией, все это делалось, делается достаточно ускоренными темпами, что называется в экстремальных условиях. Для того, чтобы попасть на территорию Украины и получить возможность использования в нашей стране, конечно же, вакцины должны быть допущены к клинической практике вследствие всех этапов клинических испытаний, о которых я сказал. Ну и также должно быть проведено сертификационное исследование уже на территории Украины. Оно, в общем-то, носит такой уже более формальный, но обязательный порядок, в том числе в нашей стране. И поэтому все вакцины, которые допущены для использования у нас, они проверены, их эффективность доказана. И их безопасность также имеет допустимые значения. Поэтому их использование вполне приемлемо и возможно вот в тех условиях, в которых мы сейчас с вами находимся. Кому 100% нельзя вакцинироваться? Прямые противопоказания к вакцине на сегодняшний день, к любому, к любой вакцине, не только от COVID-19, они указаны в инструкциях конкретного производителя, и которые установлены также в процессе вот тех клинических испытаний, о которых я вам говорил. Сейчас относительно COVID-19 была поставлена основная задача вакцинировать прежде всего взрослое население. То есть людей старше 18 лет, как наиболее активное, как наиболее подверженное в вот этой группе, вот этой инфекции. И то, что, в общем-то, понятно, те люди, которых нужно защитить в первую очередь. Поэтому все разработчики, они на сегодняшний день указали, своих инструкциях, что вакцины а, предназначены для вакцинации взрослых старше 18 лет. И а, стадия испытания ряда вакцин для детей сейчас только запущена и только стартовала, и мы только позже получим информацию о том, а, какие из вакцин допущены будут, например, у детей. Поэтому вот возраст до 18 лет сейчас стандартно а, вакцины не применяются от COVID-19, я имею в виду. Хотя, опять же, есть оговорка о том, что в экстремальных там, условиях по там, настойчивому желанию такое все-таки возможно. Да? То же самое касается, например, беременных женщин. Да? Тоже есть определенное указание, что... Данные вакцины не проверены на группе беременных женщин. Ну и ряд сопутствующих заболеваний. Прежде всего, это аллергические реакции, предшествующие на любой из компонентов вакцины, которая используется в ее производстве. Вот это, пожалуй, наверное, основные ограничения, объективные, те, которые изложены в инструкциях к этим, к этим вакцинам. Все остальные... Вне зависимости от состояния здоровья пациента, прямых противопоказаний нет. Ну и, Конечно, как и любая другая вакцинация, применение вакцины от COVID-19 не показано в случае острого заболевания. Любого острого заболевания, любая вакцинация, она в общем-то, не является прям, прямым противопоказанием, а только показанием для того, чтобы эту вакцинацию отстрочить до момента ремиссии. Да. Доброе. Остальное. Запитание. Если не всем выстоит вакцин, чем можно будет говорить и про позитивные результаты вакцинации? А, о результа, о позитивных результатах вакцинации мы можем, наверное, говорить только в случае, если у нас будет а, с точки зрения каждого конкретного человека, конечно, а, если человек провакцинируется, а, после этого объективно лабораторными методами оценит эффективность вот, проведенной вакцинации, тогда он только вот для себя может быть ну, относительно спокойным относительно данного заболевания, против которого применялась вакцина. Если же мы говорим за население в целом, то, конечно же, эффективная, вот, эффективность вакцинации с точки зрения прекращения передачи заболевания может быть достигнута только если будет вакцинация охвачена максимально большое количество населения, ну не менее 50%. И это объективно уже доказано, и вот сейчас мы видим картину, которая сейчас вот на наших глазах развивается в тех странах, где процент вакцинированных людей уже достиг больших значений – 30, 40 или даже 50 процентов. Например, если мы сейчас посмотрим на статистику новых случаев COVID-19, то есть инфицированных, новых случаев госпитализаций и летальностей от данного заболевания, например, в странах в таких странах, как Израиль, Великобритания, даже в соседних наших странах, Польша, например, да, где вакцинация идет гораздо более высокими темпами, чем в Украине, плюс к этому достаточно строгие карантинные ограничения, ну, в отличие, например, от э, Украины, да, то э, вот там динамика уже несколько... Дней там, или даже более длительный период наблюдается абсолютно позитивная динамика по всем этим трем критериям: новые случаи заболевания, летальность и госпитализация. То есть, фактически, э, в этих странах уже есть надежда на то, что э, ну, то есть, скажем так, э, свет в конце туннеля, uh -huh. да, что мы все-таки победим эту пандемию и известны пути это соблюдение карантинных норм. И это специфическая профилактика, то есть вакцинация, максимально большая, всеобъемлющая и быстрая реализация процедуры вакцинации. А от себя э, хочется добавить, что это и или выборочная, или массовая желательная все-таки оценка эффективности используемой вакцины. Дякую, что нашли змогу. завитали до нас, ну и не можем не спросить, вы вакцинувалися? А, да, в нашей нашей медицинской организации, в лаборатории инвитро, в которой работают медики, было было, было очень легко, наверное, принять решение о проведении вакцинации. И я лично, и многие наши сотрудники, как только появилась такая возможность, сразу же э, провели вакцинацию первой дозой вакцины, которая доступна в Украине. Это вакцина Ковишил от, от компании AstraZeneca. Э, кроме этого, вот для того, чтобы реализовать вот этот принцип разумной вакцинации, э, мы пошли на условный такой э, научный эксперимент, для того, чтобы оценить, насколько же вакцина Ковишилд приводит к образованию защитных, так называемых нейтрализующих антител относительно вируса SARS-CoV-2. Вот как раз с этой целью э, всем нашим сотрудникам были взяты образцы крови до вакцинации, для того, чтобы проверить, э, кто из сотрудников уже переболел э, данный, данное заболевание, у кого выработался иммунитет, у кого нет иммуни, иммунных, э, иммунитета. Э, вторая доза крови, вернее второй образец крови будет отобран после, э, перед введением второй дозы вакцины а это произойдет приблизительно через месяц. И потом в последующем мы сможем таким образом оценивать, как развился иммунитет, как он сохраняется со временем, и, в общем-то, когда потребуется, если она потребуется, повторная вакцинация от этой заболевания. И вот таким образом мы сможем показать, во-первых, тем людям, кто уже вакцинировался, что вакцина... Объективно работает, и насколько она эффективна, и насколько длительно сохраняются антитела, в частности, и иммунный ответ. В общем, ну такая вот будет объективная информация вот по результатам нашего такого небольшого исследования. Поэтому, да, нам действительно, как медикам, мы приняли решение: наши сотрудники, большинство. Щоб вакцинуватися нужна, і ми дійсно вже вакцинували першої дозою вакцини. Дякую, що знайшли змогу. Завітали до нас і відповіли на цікаві питання, які, ну скажімо так, зараз на часі. Ну а глядачам дев'ятого каналу, нагадаю, у нас у гостях був Павло Набока, завідувач незалежної лабораторії. Говорили ми про власне дослідження ефективності вакцини Кові Шелд. Дякую всім за увагу. Пильнуйте себе і хай вам щастить.